Нина Ивановна такие вещи не покупала, как эта лошадка, но она дорого стоила, мама мыла. А купила мать, в детском мире мне вертолет вот этот, да. Помню этот детский мир стоит там, в Москве, этот Айболит, Айболит, помнишь, да? Айболит есть, да? Айболит, помнишь, нет? А потом я уже подрастил их возраста. Угу. Погоня была за джинсами, да? Угу. Секунду, какие фирмы у тебя? Самые простые. Ну, давай, давай. Джилстар, по-моему. Джилстар? Да, я сразу, стоп, стоп, у тебя вот это вот. На карманах, видишь, карманы вот так прошитые. Мы, знаю, у нас была погоня за джинсами жуткая. Танцы когда, люди смотрели, подростки, кто в чем одет. Женщины уже... Не общались, у кого джинсов нет. 80-е годы, да? В конце, да, 80-х. В начале 80-х. Ну, ты очень модно одевался тогда. То есть, всем пишут тоже и хейтеры, и не хейтеры. Все замечают, у тебя костюм был именно вот в Праге, который вот спортивный, такого цвета. Он был желтый, да, вот такой. И в детском мире я забежал. Смотрю, жилетка, блядь. Жилетка американская. Потертая. А потертая так, что мы даже так... Ни у кого ничего нет, потер. Я говорю, мам, купи. Я иду, а где это? И забыл это отдел. Такое в детстве такое. А ее могли взять, эту жилетку уже, понимаешь? Просто удивительно. Этот коник сейчас напомнил детство, да?